Эта работа какая-то невероятная. Атмосфера нашего салона очень такая дружественная, уютная, обволакивающая. У нас такой коллектив, что ты приходишь на работу за какими-то эмоциями, и ты их получаешь. Мы меняемся как люди, мы становимся лучше. Хочется быть частью этого. Я очень рада здесь работать. Успех любого предприятия определяют люди, которые в нем работают. Сегодня мы в гостях в интерьерном салоне «Хрусталь». Дизайнеры, которым доводилось заказывать здесь обои, декоративные элементы и мебель, очень тепло отзываются о сотрудниках этой компании, с которыми мы сейчас и познакомимся. Наш бухгалтер Гузель, для меня это на самом деле очень какая-то сухая, непонятная работа, а для нее это творчество. Она говорит, я так люблю считать, когда у меня сходятся отчеты, когда у меня все цифры сходятся. Это вообще супер человек. Она просто на одной волне, и сейчас она занимается тоже Инстаграм. Она сама была успешна в соцсетях, и мы решили воспользоваться ее опытом. Кристина просто звезда экранов. Коммуникабельная, супер стрессоустойчивая и, конечно, супер жизнерадостный человек. Она знает хорошо ассортимент. Представляете, она по образованию эколог. Но она делает все лучше всех всегда. Все быстрее схватывает, у нее прекрасная память. Это просто искусство, как она общается с людьми, я у нее тоже этому учусь. Владислава вообще чудесный творческий человек. По образованию Владислава юрист. Творчески настолько, что я могу доверить ей вот любую подборку. Она моя правая рука в плане визуала, потому что вот в этом я ей доверяю на 100%. Она всегда при этом начинает краснеть, когда я говорю, что она лучше, что мимо ее выкладок на столе невозможно пройти, всегда ты остановишься, и тебе хочется сфотографировать. Вот это Влада. Татьяна, она тоже очень быстро влилась и освоила для себя совершенно новую специальность и новую сферу. Она с таким желанием и рвением начала вот это изучение и взяла как раз группу новую, мебельную. Очень хваткая, очень быстро осваивает все и, конечно, очень быстро налаживает отношения с клиентами. Просто очень рада, что она появилась у нас в коллективе. У нас есть еще Елизавета, логист. Вообще, Елизавета моя давняя подруга, и она с недавних пор с нами. Вот вроде посмотришь, нежный ангел такой, да, ну, Лиза, а на самом деле такой требовательный и к себе, и к людям, и к работе человек. Поэтому я просто счастлива, что у нас сейчас такая нереальная команда. И у нас есть два мужчины. Это Алексей и Павел. Алексей у нас отвечает за склад, за товар, за погрузки, за отгрузки. Павел у нас экспедитор. Он работает со всеми транспортными, делает доставки. И они очень классные ребята. Наша максимальная помощь и поддержка.